بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله во-первых восхваляем Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля за все его милости, которыми он нас наделил, одарил. И из его милости то, что дает нам возможность вот так видеться, встречаться, знакомиться с братьями. И это является одним из видов поклонения. Как в одном из своих хадисов Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал о том, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ваджибат махаббати» – «Стала обязательно моя любовь», и перечислил некоторые группы людей, и из них сказал «Мутаза уирина фия». Те, которые посещают друг друга ради меня. Поэтому вот это взаимное посещение друг другу, даже можно сказать вот так, в гости друг к другу ездить, знакомиться, делиться какими-то знаниями, или же делать друг друга наставления, как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Ватавасоу биль хак, ватавасоу биль сабр», которые заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение. Или в другом аяте говорит, «Ватавасоу биль сабр, ватавасоу биль мархама», которые заповедовали друг другу. А как человек будет друг другу заповедовать что-то? Только встречаясь, какие-то вместе дела, когда он ведет и так далее. Заповедовали друг другу терпение, заповедовали друг другу проявление милости. Это одна из милостей Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, которую он к нам проявляет, что дает возможность осуществить это. И за это мы восхваляем его. Также восхваляем за все его милости, скрытые и явные. Что касается темы, которую хотел затронуть, конечно, это будет, иншалла, тема о акиде, о вероубеждении. Потому что вот этот склад убеждений, то, что по-другому называют иман, мировоззрение, акида, по-арабски говорят, вот тот склад убеждений, который мусульманин носит в своем сердце, это самое важное, что у него есть. Это самая великая милость, которую даровал ему Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Это то, что является как бы мотиватором его жизни, то, что движет им, это акида. То есть людьми движет только акида, только убеждение. Что-то заставляет его делать, это только то, в чем он убежден. Поэтому сегодня хотелось бы затронуть один из вопросов, также вопросов акиды. Но очень часто, когда вот говорят об акиде, многие чуть-чуть сужают эту тему на тему таухида. Да, таухид, единобожие, это часть акиды мусульманина. Единобожие. Но сам термин акида и мировоззрение, убеждение, идеология мусульманина, она больше, чем просто лишь вопрос таухида. Шире. Вопрос акиды также входит в вопрос взаимоотношения мусульманина с правителями, с мусульманскими правителями. Как он к ним относится? Дозволяет ли выход против них или нет? Или наоборот, строго придерживается завещаний посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ас-сам'у ват-та'а, то есть слушайте и подчиняйтесь правителям, как он сказал в хадисе Арбад Насари. Также туда относятся и другие вопросы. И вот один из этих вопросов, которые упоминают ученые в книгах по акиде, но мы, к сожалению, либо ограничиваемся только вопросами таухида, либо мы не успеваем, когда проходим какие-то книги, не успеваем дойти до этих вопросов. Поэтому даже с какой-то стороны можно сказать, что давайте начнем с конца. То есть, чтобы затронуть этот вопрос. Это вопрос, давайте назовем его так, скажем, Караматуль Аулия, главы в книгах по акиде, которые посвящены такой теме, как Караматуль Аулия. Сейчас, иншалла, подробно скажем, что такое. Это то, что мы можем перевести как чудеса угодников Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Или какие-то сверхъестественные явления, которые Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дает своим приближенным рабам, своим любимцам, Аулия. И вот это одна из тем вероубеждения, из тем акиды, которые затрагиваются в книгах по идеологии мусульманской. Что касается конкретно этой темы, из двух слов состоит. Караматуль аулия. Караматы и аулия. Так в чем же должен быть убежден мусульманин? А в частности, мусульмане из Ахли Сунна валь Джамаа, те, которые хотят, желают следовать пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям. В чем же заключается их убеждение относительно этого вопроса? Относительно чудес угодников Аллаха. Во-первых, карамат. Что же это такое карамат? Ученые говорят, что
Карамат – это множественное число слова «карама». Карама – то есть нечто сверхъестественное, какое-то чудо. Та вещь или то действие, которое противоречит тому, к чему привыкли люди. То есть какая-то сверхъестественная вещь, какое-то чудо. То, чего человек не ожидает, которое Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля дарует своим приближенным рабам, чтобы укрепить их, или же чтобы это послужило как довод для них. Как шейх Уль-Ислам ибн Таймия об этом говорит. Говорит, «Аятуль анбия ва караматуль аулия ла такуну илля ли худжатин ау хаджа». Знамения пророков, или же, говорит, чудеса угодников, любимцев Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, они бывают. И Аллах Субханаху ва Тааля дарует их либо как довод, чтобы это служило доводом в их пользу, либо как по какой-то нужде. Мы с вами примеры, иншаллах, приведем, и вы поймете. Так вот, карама, чудо какое-то, это какое-то сверхъестественное явление, которое Аллах Субханаху ва Тааля дарует своим угодникам, своим приближенным, своим любимым рабам. И мы, мусульмане, во-первых, а в частности, ахли сунна валь джамаа, те, кто следует сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, саляфиюн, верим в это и убеждены в этом. Почему? Потому что доводом на это является, во-первых, Коран, во-вторых, сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и в-третьих, аль-вакиа, та действительность, в которой мы живем, те реалии. Если мы посмотрим, действительно это случается, это мы видим, это наблюдаем даже в нашей жизни. То есть на это есть доказательства. Поэтому мы в это верим и не можем это отвергать. В отличие от некоторых заблудших течений. Как, допустим, Муатазиля, Аль-Акляниюн, Муатазилиты, которые свои убеждения строят на разуме, в первую очередь. Рационалисты, так называемые. Которые живут по правилу Аль-Акль Фаукан-Накль. Разум всегда стоит выше текстов Корана и Сунны. Но мусульмане, и в частности, еще раз повторюсь, Ахль-Сунна валь-Джамаа, они твердо убеждены и заявляют о том, что Ан-Накль, что такое Ан-Накль? Коран и Сунна пророка, салям, те откровения, которые были ниспосланы от Всевышнего Аллаха, они всегда стоят выше разума человека. Они выше разума, это нечто более тяжелое, чем просто разум. Разум человека, он ограничен. Точно так же, как человек понимает, что его силы ограничены. Каким бы он сильным ни был, поднимает 150, 200, 300, тонну поднять не сможет. Точно так же, как зрение человека ограничено, как бы хорошо он не видел, но за рамки чего-то его зрение не выходит. Также слух человека ограничен, вот так же разум человека ограничен. Поэтому опираться на свой разум, понимание текстов Корана и Сунны, это абсурд, это нечто несостоятельное, батыль. Даже вот элементарный маленький пример, который приводили наши сахабы, Али радиаллаху анху, который сказал, если бы, говорит, религия постигалась и понималась разумом, тогда протирать низ носков, он говорит, было бы более логично и разумнее, чем верх, так ведь? Человек ходит и пачкается у него что? Нижняя часть ступни, так ведь? Однако нам было велено в религии протирать как? Верхнюю часть ступни. Логично, разумно? Нет. Однако религия, она не по разуму. Религия это что? Каля Аллаху, а каля Расуль. Как Ибн Аль-Кайм говорит в одном из своих стихов, говорит, Аль-Ильму каля Аллаху, а каля Расулюху, а каля Сахабату, хум улюль-Ирпани. Маль-Ильму назбука лиль-Хиляфи сафахатан байна Расуля, а байна Ро-Ифуляни. Говорит, знаете, что знание, или в общем религия, это сказал Аллах, сказал пророк, сказали сподвижники. Хум улюль-Ирпани. Вот они обладатели этого знания. Маль-Ильму назбука лиль-Хиляфи сафахатан. Не является знанием то, что ты идешь в противоречие текстам Корана и Сунны, считая себя разумным, или выдвигая еще какие-то доводы, это не является знанием. Когда ты сопоставляешь свои слова и слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, более того, это является глупостью. Так вот, мы говорим, что из этих течений, которые отрицают вот то, что утверждено в Коране, в Сунне, и то, на что свидетельствует действительность, это муатазилиты. Они говорят, мы не верим в караматы аулия. Мы не верим в то, что Аллах Субханаху ва Тааля может создавать какие-то чудеса, угодников и так далее. И в этом вопросе, как и во многих других вопросах религии, как говорят ученые, люди Таратани Вавасад поделились на три группы. Это чрезмерствующие, излишествующие, это те, кто допускает упущение, и золотая середина. Золотая середина кто во всех вопросах? Ахли Сунна валь Джамаа, как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Таким образом, мы сделали вас общиной, которая придерживается середины. Середины во многих вопросах. Справедливости, середины. Не чрезмерствует,
не допускают упущений. И также в этом вопросе. Муътазилиты сказали, нет, караматуль аулия, то, о чем пойдет речь, не существует вообще, мы в них не верим, мы их не признаем. Ну, у них есть свои рациональные доводы. Они говорят то, что если мы их признаем, то это все смешается со знамениями пророков, потому что это разные вещи. Есть чудеса угодников, а есть знамения, аяты пророков, или же муаджизаты, также их называют. Ну, лучше сказать аяты, так как на это указывают Коран и Сунна. Хотя муаджизаты тоже не порицаются, чудеса. Тогда, говорит, это все запутается, и запутаются какие-то колдовские всякие ухищрения, шарлатанство их и так далее, и мы не сможем различать. Это мы принять не можем, это наш разум не принимает, поэтому мы просто не верим и отвергаем, говорят. Вот такой у них подход. Конечно, который противоречит правильному подходу, к которому нас призывает Коран и Сунна. Другие же что? Сказали, нет, мы верим. И все, что сверхъестественное мы встречаем, любое чудо, которое нам посчитали мы чудом, любое то, что противоречит каким-то нашим обычаям, к которым мы привыкли, все, это считается караматуль аулия. От кого бы оно ни исходило, мы считаем, что он вали. Мы считаем, что он приближенный угодник Аллаха субханаху ва тааля. Кто в это часто впадает, кто знает? Суфисты, конечно же. В это впадают очень часто люди, которые приписывают себя к суфизму. Каких бы убеждений ни придерживался человек, какие бы дела ни совершал, какие бы слова ни говорил, если что-то сверхъестественное от него исходит, все, они говорят, это вали. Это доказательство, что это любимец Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля. На самом деле, это тоже не так. Как говорил имам аш-Шафии, известные его слова, он говорил, даже если человек будет летать по небу или будет ходить по воде, то есть какие-то чудеса выявлять, показывать, говорит, не считай то, что он на истине, пока не сопоставишь его слова с Кораном и Сунной. Если ты увидишь то, что его слова соответствуют Корану и Сунне, знай, да, значит, этот человек праведный человек, и это корона, это то чудо, которое явил Всевышний Аллах Субханаху ва тааля посредством него. Однако, если ты увидишь то, что его слова не соответствуют Корану, или его дела противоречат Сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям, знай, что это всего-навсего шарлатан. Шарлатан, который пытается обмануть людей, и никакого знамения Аллах Субханаху ва тааля не являл к нему. Точно так же уляма говорят доводом же другой стороне, муътазилитам, потому что они говорят, тогда все запутается, и мы не сможем определиться и так далее. Они говорят, вали никогда не будет заявлять о том, что он пророк. Если даже Аллах Субханаху ва тааля дарует ему какое-то чудо, он никогда не скажет то, что я пророк, и это знамение от Всевышнего Аллаха. Иначе он перестанет быть вали, автоматически станет неверующим человеком. Тот, кто будет претендовать на пророчество. Поэтому в этом вопросе, как мы уже сказали, и во многих других, люди поделились на три группы. Излишествующие, которые говорят о том, что караматов не существует. Кто это? Муътазилиты. Тех, кого называют муътазилиты, рационалисты и так далее. И другая группа, которые сказали, все, что шевелится и движется, и кажется нам странным, все это чудеса, все это караматы, мы во все верим, и это угодники Аллаха. И даже, может быть, аузу билля начинают посвящать им поклонение, когда видят, что от них исходит нечто сверхъестественное. Ахли сунна валь джамаа строго придерживаются рамок Корана и сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И говорят, да, мы верим, что караматы есть, но сопоставляем действия. Почему мы верим? Потому что на караматы указывает, мы сказали, Коран, сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и аль-вака, действительность. Что касается Корана, кто-нибудь может привести пример того, что Всевышний Аллах Субханаху ва тааля в Коране какие-то караматы говорит, упоминает. Допустим, смотрите. Посох Мусы алейхиссалям. Карамат или не карамат? Муджиза это пророка. Баракалафика. Нет, мы не можем сказать, что посох Мусы алейхиссалям или способность, которую Всевышний Аллах Субханаху ва тааля даровал Иси алейхиссалям излечать мертвых, что это карама. Почему? Потому что карамат – это то, что даруется, какое-то чудо, которое даруется праведникам, но не пророкам. Не пророкам, важно. Пророкам даруются, мы сказали, аяты, знамения какие-то, аят. Или же муаджизат, тоже говорят. Какая разница? Муаджиза, которая дарована пророку, оно выше своей степени. Караматы не доходят своим уровнем до уровня аятов и знамений пророков. Это тоже очень важно, потому что есть, опять же, некоторые группы и течения, из них ашариты, они это не признают. Они говорят, ма джаза, аятан лин наби, джаза караматан лил вали. Как правило говорят, как шейх Улислам это упоминает в книге Ан-Нубува, и опровергает очень сильно это правило. Они говорят, то, что может быть знамением для пророков, то же самое может быть и как карама для приближенных Всевышнему Аллаху Субханаху ва тааля. Одинаково мы говорим, нет, это не так.
Допустим, посмотрите, то, что было даровано из знамений, из аятов и муджизатов Ибрахиму, алейхиссалям, когда его хотели закинуть в огонь, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Агну куни бардан ва салямен аля Ибрахим». «Стань холодным и безопасным для Ибрахима». Холодным, чтобы не сгорел, не обжегся. Почему Всевышний Аллах сказал «безопасным»? Как некоторые муфассиры говорят, если он будет холодным, то Ибрахим, алейхиссалям, замерз бы просто. Однако Аллах говорит «холодным и безопасным», то есть ласковым, мягким. И примерно такое же сверхъестественное явление было во время табиинов. Появился один из лжепророков, который претендовал на пророчество. И табиин явно заявлял то, что он не из числа пророков. Сказал, это лжепророк. И он его позвал к себе, говорит: «Хорошо, ты подтверждаешь, что я пророк или нет?» Он говорит: «Нет». Он говорит: «Хорошо, тогда сожгите его, киньте его в огонь». И когда это сделали, огонь точно так же ему не навредил. Примерно ситуация одинаковая, но уляма говорят, это разные. Во-первых, знамение пророка Ибрахима, оно несравнимо масштабно с тем, что случилось с этим табиином. А табиин это же не пророк, это просто праведный человек. Во-вторых, в истории с Ибрахимом Аллах Субханаху ва Тааля просто изменил свойства огня, сделал огонь холодным и безопасным. А в этом случае он просто оберег этого человека от огня, который не изменял свои физические свойства. Он также остался, просто Аллах его обезопасил. То есть оно, в принципе, внешне, да, схоже, но аяты пророков, они выше своим уровнем, чем вот просто караматуль аулия. Это вот одно из правил. Ну, такая небольшая тонкость в этом вопросе, если так можно сказать. Так вот, почему мы верим в это? Потому что об этом сообщено в Коране. Мы сказали, история Ибрахима, алейхиссалям, как пример, не подходит, потому что это знамение муджиза. Муса, алейхиссалям, тоже. А какие истории праведников, какие-то сверхъестественные, есть в Коране или нет? Братья, каждую пятницу вы какую суру читаете? Кяхфа. Что, почему Кяхфа она называется? Почему она пещера называется? Потому что там рассказывается об истории кого? Юношей. Которые где? Дома сидели? Которые укрылись в пещере. Разве эта история не чудо? Аллах Субханаху ва Тааля рассказывает нам о том, что была группа юношей, которые, когда распространилось многобожие, ширк в их стране, они были единобожниками, муахидами, которые горели, желали сохранить, заботились о своем вероубеждении, о своей акиде. Желая сохранить ее, делают хиджру, переселяются. И убегают, и прячутся в пещере, подальше от всех вот этих многобожников и их действий, которые они совершают, предавая Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля сотоварищей. И Аллах Субханаху ва Тааля усыпляет их. На сколько? 300. На 300 воздаду тиса. На 309 лет. Усыпляет. И не просто усыпляет. Как говорят муфассиры, вот эта пещера, вход в эту пещеру был направлен на север. И поэтому, когда они спали в ней, а с ними была их собака, как об этом сообщает Всевышний Аллах, солнце никак не вредило им. Более того, Аллах Субханаху ва Тааля сообщает о том, что он переворачивал их сбоку на бок. Так ведь? Для чего, как опять же уляма говорят, чтобы пролежней не было. Представьте, 309 лет на одном боку пролежать. То есть Аллах Субханаху ва Тааля проявляет заботу о них. Через 309 лет будет их, когда этот ширк исчезает, и дальше то, что сообщается в этой истории. Разве это не чудо? Кто-нибудь из вас спал 309 лет когда-нибудь? Нет, конечно, поэтому это чудо. Это одно из тех чудес и караматов, которые Всевышний Аллах приводит в Коране. Если об этом сообщается в Коране, «Уаман аздаку мин Аллахи хадиса», кто правдивее, чем Всевышний Аллах в своих рассказах? «Уаман аздаку мин Аллахи киля», кто правдивее в своих речах, чем Всевышний Аллах? Раз об этом рассказывает Всевышний Аллах, мы в это верим. Что может быть такое? Из тех караматов, которые приводятся в Коране, допустим, в суре, название женского имени, как у сур? Марьям. В суре Марьям. Аллах Субханаху ва Тааля рассказывает о ком? В суре Марьям. О ком рассказывает Всевышний Аллах? О Марьям. Радаллаху анха. Зайдем начало. О Марьям. Там вообще карамат на карамате. С самого начала. Женщина беременеет без мужа. Аллах Субханаху ва Тааля дарует ей ребенка без этого. Затем, когда она рожает, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит ей, чтобы она направилась в далекое место. Она находит себе место под пальмой. Женщина, у которой послеродовое кровотечение. Она ослабла. Слабая женщина. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, потряси пальму, падут на тебя спелые финиковые плоды. Карама или не карама? Кто-то подумает, не карама. Так может подумать только тот, кто пальму не видел. Видели вживую пальму когда-нибудь, братья? Это нереально ее потрясти. Это вот такой ствол. Это может быть в мультиках когда-то вот в советское время показывали, как они
веревкой узел сделали, петлю, хоп, и потрясли пальму. Это нереально, братья. Это такой ствол там, субханаллах. И чтобы женщина, слабая женщина, потрясла пальму, более того, потрясти, чтобы упали плоды. Если кто-то видел, как финики собирают, опять же, это не просто надо потрясти, их надо... Мужики должны постараться, чтобы они упали. А это все делает женщина. Затем Всевышний Аллах, когда она была в михрабе, наделяет ее ризком, пропитанием. Более того, дает ей такую еду или такие фрукты, которые дают свои плоды зимой, у нее были летом. Те фрукты, которые дают свои плоды летом, у нее были зимой. Тоже карама. Это чудо от Всевышнего Аллаха. Но она не была пророком, конечно же. Она была праведной рабой Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И Аллах явил вот это чудо для нее. И мы в это верим, мы в этом убеждены, потому что об этом рассказывается в Коране. Также в Коране рассказывается история, допустим, Асифа. Кто такой Асиф, кто знает? В суре Намль, в суре Муравей, в истории Сулеймана, алейхиссалям. Когда Сулейман, алейхиссалям, начал осматривать свои войска, сказал, «Мали алям аруль худхуд амкана миналь гаибин», что со мной, я не вижу птицу худхуд, может быть, она отсутствует. Если она сейчас не явится ко мне с сильным доводом, я непременно накажу ее. Тут прилетает птица худхуд и говорит, я видела там-то, там-то, где-то на землях Йемена, есть царица Бильқис, как говорят об этом некоторые ученые. И ее народ поклоняются солнцу помимо Всевышнего Аллаха. И рассказывает это Сулейману, алейхиссалям. Птица описывает эту историю, говорит, «Валяха аршу назым», у нее есть великий трон. И Сулейман, алейхиссалям, свое войско спрашивает, говорит, кто явится с ее троном сейчас ко мне? Кто может принести? Ифрит мин аль-джин вызвался, говорит, давай я. И, однако, Сулейман, алейхиссалям, поручил это дело кому? Как говорят муфассиры, как раз-таки человеку, которого звали Асиф. И он принес этот трон Сулейману, алейхиссалям, трон царицы Бильқис, за мгновение ока, он даже моргнуть не успел. Чудо или не чудо? Чудо, но он не был пророком. Как говорят некоторые ученые, в чем причина этого была? То, что он знал Исмуллахиль Азам. Самое великое имя Всевышнего Аллаха, о котором пророк, саллиллаху алейхиссалям, сказал, тот, кто будет взывать к Аллаху посредством самого великого имени, тому Аллах дарует. И тот, кто что-либо попросит, тому Аллах субханаху ответит. И говорит, он возвал ко Всевышнему Аллаху посредством. Некоторые ученые сказали то, что это Аль-Хайюль Каюм, кто-то сказал то, что это имя Аллах. Ну, выдвигали свои версии. Но важно для нас сейчас, что этот писарь Сулеймана, алейхиссалям, Асиф, за мгновение ока приносит ему этот большой трон. Как об этом можете более подробно прочитать в суре Ан-Намль, в суре Муравей. Опять же, карама, раз об этом сообщается в Коране, мы в это верим. Что касается сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям, также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, рассказывает нам о каких-то караматах. Как, допустим, история трех людей, которые были заперты в пещере. Когда камень закрыл пещеру, когда они укрылись там, закрылся вход в пещеру. И они начали что? Кто напомнит? Сказали, давайте каждый из нас будет взывать ко Всевышнему Аллаху с какой-то мольбой и сделает таваассуль посредством какого-то дела, которое он искренне совершил перед Аллахом, субханаху ва тааля. И каждый упомянул, и как только упоминали все эти дела, камень отходил, отходил, отходил. Это же нечто сверхъестественное, так ведь? Об этом сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Это карама, это чудо, поэтому мы в это верим. Что касается сахабов, тоже очень много, табиинов упомянули. Что касается сахабов, известна история Умара, когда однажды Умар послал отряд в Ирак или в Шам, сейчас точно не помню, а сам остался в Медине и давал хутбу в Медине. И когда он давал хутбу, стоя на минбаре, говорит, произносит такие слова, говорит, «Я Сария туль джабаль аль джабаль». «О Сария», а во главе этого войска был человек, которого звали Сария. И он говорит, «О Сария, направься к горе, к горе». И дальше продолжает давать хутбу. Все, вот такая ситуация. Затем возвращается это войско и говорит, «Субханаллах, когда был самый накал, когда мы думали, что все, вот сейчас уже все пропало, сейчас мы, над нами одержат верх и так далее». Мы, говорит, слышим голос Умара радиаллаху анху. Когда мы не знали, куда направиться, мы слышим голос Умара радиаллаху анху, который говорит, «Я Сария туль джабаль аль джабаль». «О Сария, к горе направляйся, иди к горе». И Умар радиаллаху анху говорит, «Как я мог это сказать? Я же в Медине, говорит, а вы там». И те, кто присутствовал на хутбе, говорят, «Ты же сам, когда хутбу давал, прервал, сказал, я Сария туль джабаль аль джабаль и продолжил». Чудо или не чудо? Чудо – это достоверная история. Или как сахабы по воде шли, сколько, несколько раз это было, не однажды. Чудеса или не чудеса? Чудеса. И мы в это верим. Почему? Об этом сообщено в Коране. Об этом сообщено в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям.
Это случалось с нашими сподвижниками, рады Аллаху Анху. Это было во времена табиинов. И это будет продолжаться до судного дня. Это наше убеждение. Почему? Потому что мы говорим «караматуль аулия». Вот эти чудеса Аллах их дарует кому? Аулия. То есть те, кто считается вали, приближенные, любимцы, угодники Аллаха. А угодники у Аллаха, любимые к Аллаху рабы, они будут до судного дня, значит и караматы до судного дня, и мы в это верим. Другой вопрос, а кто же такие вали? Кто, если так можно сказать, заслуживает вот этих караматов? Кто те, кому дарует Всевышний Аллах карамат? Кто считается вали, угодник Аллаха, приближенный Аллаху, любимец Всевышнего Аллаха, которому Аллах Субханаху Ва Тааля может помочь посредством караматов? Мы ведь сказали, что карамат это кто, посредством чего Аллах помогает, либо во время нужды, либо чтобы это служило как доводом для того, кому Всевышний Аллах Субханаху Ва Тааля являет вот эти караматы, чудеса, сверхъестественные какие-то явления и так далее. Мы сказали аулия, вали. Кто такой вали? В этом понятии, субханаллах, относительно этого термина люди очень сильно разнятся. Каждый свое мнение выдвигает. Иногда в какую-то местность, если приехать, особенно, может быть, где-то на Кавказе, и спросить, кто у вас здесь вали? Первое, что в голову у людей приходит, значит, что буджирлектани дидер аулия лярбар. Здесь должны быть какие-то вали. Первое, что в голову приходит, какое-то захоронение, какой-то мертвый человек. Вот вали, которому приносят жертвы, которому дают обеты, которому так далее, шир делают. Многие так понимают термин вали, только так. Другие думают, что вали это какой-то живой шейх. Вот у нас там-то есть, у которого большая чалма на голове, вот он вали. Он уж, конечно, угодник Аллаха. Почему? Ну, посмотрите на размеры его чалмы. Как же он будет не вали? На самом деле все намного проще. Аллах Субханаху Ва Тааля в Коране сказал, кто является вали, кто является не вали. Аллах Субханаху Ва Тааля в суре Юнус говорит, «Аля инна аулия Аллах». Вот же, говорят они, угодники Аллаха, аулия Аллах. «Ля хоуфун алейхим валяхум яхзанун». Не познают они страха и не будут опечалены. И затем говорит, «Алладина аману акану яттакун». То есть, если у вас возникнет вопрос, а кто же они, кто это любимцы Аллаха, кого Аллах Субханаху Ва Тааля проявил такой почет, сделал своим приближенным, сделал своим вали, которые не познают страха и не будут опечалены, Аллах говорит, «Алладина аману вакану яттакун». Те, которые уверовали и были богобоязненными. Те, которые уверовали и были богобоязненными. Двумя качествами описал. Исходя из этого, как говорит шейх ул-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, говорит, «Куллю му'минин таки фахуа лилляхи вали». Каждый верующий, богобоязненный человек считается у Всевышнего Аллаха вали, приближенным. Если человек описан таким качеством, как иман, конечно же, правильный иман, правильное вероубеждение, вероубеждение таухида в первую очередь, вероубеждение, которого придерживались сахабы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в их понимании религии. Правильный иман, если у человека крепкий иман. И есть богобоязненность, такое качество, как таква, Аллах может дать ему даровать ему вот это карама, какое-то чудо. И действительно это, братья, случается. Возможно, может быть, кто-то даже не обращает внимания. Действительно, какой-то богобоязненный человек, Аллах Субханаху Ва Тааля же что говорит? Алейхим хафаза. Над ними есть кто? Хафаза, ангелы, которые хранят его. Вот бывает так, что, не знаю, допустим, человек дорогу переходит, и резко так случается, что на него грузовик несется, допустим. И он смотрит, он сам не может это объяснить, сам не может даже сказать, как это произошло. Он отпрыгивает метров на 5 или на 10 даже и остается там. Кто-то говорит, да, просто это его страх так натолкнул. Но субханаллах, ну как страх? То есть он все рекорды Гиннесса бьет таким прыжком. Просто Аллах дарует ему это, Аллах его спасает. Или повелевает ангелам, которые его хранят, что значит его время еще не пришло. Переносит его отсюда сюда. Чудо. Оно бывает очень много, братья, таких чудес. Вы с этим сталкивались непременно. Но мы называем это знамением. Или же чудом, если это исходит от пророка. Если это исходит от вали, от приближенных, от тех, о ком мы сказали, людей, верующих и богобоязненных, мы это называем карама. Карама. Но если то же самое, кто-то скажет, да, но то же самое произошло вот у меня соседом, алкашом, допустим, каким-нибудь там, Михаилом, допустим. Мы говорим, это не карама, это что, может быть, шавада. Какое-то шарлатанство или фокус. И в наше время что только не делают. О, тогда караматы на каждом шагу. По людям машины ездят, на стеклах спят, огонь глотают, в воде не тонут, что только не делают. Все караматы, все приближенные, все уали стали. Нет, субханаллах.
Мы говорим, вспоминаем слова имама Шафии. Что бы ни делал, даже если летает по воздуху или ходит по воде, не думай, что это керамат. Не спеши внести его в ряды аулия до тех пор, пока не сопоставишь с чем? С Кораном и Сунной. Если он говорит то, что доносится в Коране, если он верующий, богобоязненный, придерживается Сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то тогда мы говорим, да, это карама, это чудо, которое явилось Всевышний. Мы в это верим. Мы не мутазилиты. Мы верим в это. Однако мы и не суфисты, которые все, что движется, считают караматом. Нет, альхамдуля, мы ахли Сунна. Мы сопоставляем, если так, то да. Если нет, то мы говорим, это шарлатанство, фокусы и так далее. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества. Поэтому это также является одной из важных тем. Понять, что такое карама. Кому бывает дарована карама. В чем разница между аят, муаджизат и карамат. Все это было упомянуто, так ведь? Аяты и муаджизаты выше своим уровнем, чем караматы, аулия. То, что караматы будут до судного дня. И, конечно, знать, что такое шарлатанство и то, что совершают колдуны в наши дни. Пусть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля всех убережет. Нет вопросов по этой теме? Вот эта тема ясна, братья? Это важно, это вопрос вероубеждения, это то, к чему призывает нас Коран уверовать. И мы должны верить в Коран, точно так же, как Аллах призывает нас верить в Его единство, в ангелов, в Писание, в судный день. Одно из того, что мы верим, это карамат аулия, это часть нашей веры, неотъемлемая. Поэтому это важный вопрос. Вопрос вероубеждения, то, с чего я начал. Ва иляхуна субханак Аллахумма бихамдика шхаду алля иляхи лянт. Астагфируллаху ва атубу илейк.